это на камеру.
Час, ищут два, ищут три, ищут четыре, ищут. Уже рассвет начинает ближать, а ключей все нету. И тот спрашивает: слушай, а ты хоть здесь потерял? Говорит: не знаю. А чего ж ты здесь ищешь? А потому что здесь светло. И вот смысл этой истории в чем? В том, что все мы в этом мире ищем счастье. Ищем, 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 ищем. В сигаретах ищем, в половых отношениях ищем, в водке ищем, в кофе ищем, в вине ищем, в наркотиках ищем. В спорте искали, на Эверест поднимались, опускались на глубин морских морей, океанов и морей. Самолеты изобрели, спутники в космос запустили, компьютеры сделали, а счастья все нет. Нет, 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 и не будет. Потому что говорится, что счастья в этом мире нету. В нем есть только наслаждения, которые временные. Никто не похлопал. И мы вышли для того, чтобы продемонстрировать вам очень простой, абсолютно здоровый, бесплатный, прекрасный, светлый, добрый, возвышенный способ, как можно действительно быть счастливым в этом мире. Этот очень прост, и мы предлагаем вам попробовать его на собственном опыте. Этот прост нужно просто всегда повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Если вы спросите, а что же такое ваше это Хари Кришна? А есть такие древние священные писания, которые называются Веды. Ведать означает знать, Веды означает знание. Thank you.
Наверняка многие ждали его очень-очень долго. Кто-то 10 лет, кто-то несколько больше лет, да? То есть это такой значительный день в вашей жизни. Теперь у вас есть что? Свобода. Свобода. Как говорил один известный певец, это сладкое слово «свобода». На самом-то деле, это самое главное, что нужно в жизни человеку – свобода. Чтобы он мог свободно действовать, свободно жить, свободно наслаждаться. Правильно, да? То есть каждый из вас хочет свободно жить. Правильно, да? И мы сюда как раз приехали для того, чтобы показать, как мы свободно живем. Вам нравится, как мы живем? То есть мы поем Харе Кришна, мы танцуем, мы кушаем вкусные сладости, улыбаемся, радуемся, то есть у нас все проходит вот так свободно. Хотите вы так жить? Но мы на самом деле никого не заставляем таким образом жить, потому что жизнь очень необычная штука, и каждый человек индивидуальность. Каждый из вас может себя проявлять так, как ему угодно, правильно, да? Кто-то занимается футболом, есть? Кто-то занимается баскетболом. Кто-то занимается волейболом, правильно? А кто-то просто учится писать. То есть каждый выбирает то, что ему нравится, то, от чего он получает наслаждение. Мы получаем наслаждение от того, что мы поем Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Три простых слова. Харе Кришна и Рама. Харе – это энергия, которая носит наши печали и наши страдания, которых в нашей жизни очень-очень много. Особенно, когда получаем плохую оценку. Вот. Кришна – это все привлекающие. Рама – все радующие. Когда мы повторяем Харе Кришна, то мы, получается, мы становимся все привлекающими и все радующими. Правильно, да? Мы же ничего такого особенного не делаем. Мы такие же, как и вы. Такие же? Просто у нас чуть другая одежда. Мы чуть больше танцуем, больше поем.
Правильно, да? Вот вы можете к нам присоединиться. Конечно. Такой простой метод, как получить свободу. Все, мы желаем вам счастья, здоровья, чтобы вы очень хорошо провели этот день, чтобы он остался в вашей жизни на всю память, чтобы он остался в вашей памяти на всю жизнь. И в нашей тоже. Хорошо? Пообещаете, да? И у меня к вам небольшая просьба. Я вижу, вы очень хорошие ребята, все такие, у вас ни у кого нету комплексов, да? Нету комплексов? Нету, значит, тогда вам будет очень несложно повторить за нами по два слова. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Рама! Харе Харе! Спасибо большое за внимание, а мы продолжим наше пение. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
значит, что многим понравилось? Да! Нет? Да! А, значит, да? Да! А, понятно. То есть, значит, понравилось? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Да! Сложная песня? Да! А сложно танцуем? Нет! Да! Будем еще танцевать? Да! Но не забываем, для чего делаем? Чтобы быть свободными, правильно? Да, что значит выпускной? Выпускной, значит, мы свободны. Теперь мы можем веселиться, можем гулять, можем петь, можем танцевать, да? Но нужно это делать в рамках свободы. Правильно? Вот как раз Хари Кришна, Хари Кришна песня, которая дарует освобождение. То есть она дает возможность людям быть свободными от всех беспокойств, от всех тревог, от всех болезней, от всего самого плохого в этом мире. То есть получается приобрести самое лучшее. Счастье, наслаждение, правильно, да? Удовольствие. Итак, что мы продолжаем, да? Вы не забыли, что у нас есть книги, которые говорится об этой песне, что она дает возможность быть по-настоящему счастливым. Все, мы продолжаем быть счастливыми. Хари Кришна! Хари Кришна! Кришна Кришна! Хари Хари! Хари Хари! Хари Рама! Хари Рама! Рама Рама! Хари Хари! Спасибо за внимание, продолжаем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.